Всем привет, с вами Антик, и мы продолжаем играть в Dungeons 2 Game of Winter, зимние игры. И тут у меня все гули бастуют, хотят отдыха, хотя тут у меня все свободно. Ну, не все, конечно. И я понял, в чем дело, просто для гулей нужно ванночки побольше. Они вот в эти маленькие не влезают, поэтому я не понимал, почему они бастуют постоянно. Показывают мне, что хотят отдохнуть, но не получается у них. Все потому, что маленькие ванночки. И сейчас бы мне надо, по идее, еще увеличить численность населения. Так, ну для этого нужно 1000 золота накопить. А, тут у меня сокровищница, кстати говоря. Сокровищницу надо расширить. Иначе у меня будут скелеты постоянно таскаться. Так, давайте сейчас срочно соберем небольшую вылазку. Чтобы, может быть, кого-то там перехватить, если получится. Так, одного скелета оставлю. Так, давайте. Еще один отряд рабочих братства отправился в путь. Эти-то хоть знали, как друг к другу обращаться? Так, сейчас мы... Блин, тут их дофига так-то. Попробуем. Попробуем встретить. Блин, тут их... Вот здесь вот надо будет организовать прием. Пора платить зарплату. Сейчас. Так, вот сюда надо идти так-то. Там уже большая активность. Так, что, всех убили, нет? Давай вот теперь вот этих надо встретить. Так, встретим этих и пойдем дальше. На восток. Я уже начинаю терять уверенность. Я к тому, что вот я сижу тут, говорю обо всех рабочих и сторожевых постах, которые угрожают подземелью, а наивное зло сидит там, сложа руки, и даже не пытается на них напасть. Да пытаюсь и пытаюсь. Мои предупреждения не имеют для вас достаточной ценности, потому что у меня нет персонажа в игре. Нет, потому что, блин, не дают мне продуху просто. И времени напасть нормально. Идем дальше. Это что, не домик? Так. Вот сюда. Здесь надо срочно разрушить это строение. Так, у Бартоса сейчас восстановится способность. Ай, блин, они раньше времени напали. Черт, нет, нет. Не хочу умирать. А, давай теперь назад. Ну, вот два гнома обратно пошли. Круто. Немного их надо уводить. Это здание, тогда вроде как полегче будет их убить. Все, убил, короче. Давай, домик. Палатку. Орды нежити прокаженного зла уничтожили еще один сторожевой пост братства. Это произошло так быстро, что я даже не успел придумать какую-нибудь игру слов. Черт. Так, посмотрим, что еще тут у нас. Сюда надо идти. Посмотрим, сколько тут охраны. Правда, ко мне уже гости. Блин. Это не очень хорошо. Авангард войск зла достиг крепости братства.
Однако все говорило, что здесь будут обороняться до последнего. За то, чтобы идти дальше, придется заплатить. Дофига так-то, этих башен пушек. Так, одного губ зажали. Не за мной погонится, не погонится. Подземелье вошли враги. Блин, тут много очень всяких войск. Я думаю, стоит вернуться. Так, а тут пока не поздно, надо сразу же население увеличить. Так, и тут надо залы отдыха расширить. Так вот. Денег 900. Давайте расширим по максимуму. Потому что сейчас еще новые войны будут. Так что. Так что все это пригодится. Так, они уже тут подходят к тронному залу. У меня только привидение на стреме. Так, и население-то увеличилось, да? Надо сейчас срочно улучшать наших кровососов. Теперь у меня очков населения хватит, чтобы улучшить. Так что... Должно быть, я думаю, полегче. Где там бой-то идет, я не вижу. Вот. Так, и мана у меня мало, 257 всего мана. Так, залп боя увеличим. Так, сразу дырки надо поставить, чтобы воины лечились быстрее. Так, двери. Раз дверка. Два дверка. Три дверка. Вот, нормально. Так, мана, что у нас там? Маны тоже надо бы как бы так добычу маны тоже надо улучшить, но блин, нет у меня горшков, что ли, или что это значит. А тут нельзя поставить дверь пока. Вот так вот поставим. Так, тут прокопают, потом поставлю. Так, тут у нас ремонтируют ловушки. Еще одну ловушку будет поставить, конечно. Давайте еще одну ловушку поставим. Костяной кулак сюда. А, нельзя, да? А, чё, какое помещение тут, я не понял. Чё за фигня? Гробница тут что-то делает, я не знаю. Что за магия? Откуда она там взялась? Подземелье вошли враги. Так, надо срочно... Пора платить зарплату. Срочно. Так, среди них нет барда, поэтому все хорошо. Два кулака, в принципе, должны подряд... Подземелье вошли враги. Раскидывать половину, как минимум. Как минимум половину вражеских войск два кулака должны уничтожать. Я думаю. Блин. Ну ладно, сейчас они... О, вот у меня три ванны для гулей появилось. Теперь гули смогут отдыхать полноценно. Тут, конечно, надо дальше копать. О, там добыча золота новая. Круто-круто. Так, что там у нас происходит? Надо новых нанимать воинов или не надо? Подожди, старых надо улучшать. Старых надо улучшать. Сейчас они подерутся. Закинем на улучшение. Так, одного закинули. И в лаборатории надо что-нибудь поисследовать, я думаю. Алхимический стол. Что у нас тут? Нет. Блин, еще дофига всего надо улучшить. Ускоренное восстановление надо исследовать. Так, а где у меня зомби-то лаборатория? Лаборатория зомби у меня где-то там вверху была. Вот она. Да, так. Что у нас тут? Кровососов увеличим, улучшим. И еще одна бригада рабочих идет строить сторожевой пост. Да, блин. Там у прокаженного зла есть хоть кто-то, кто не спит и может их остановить. Так-то есть, блин, но... Не знаю. Подождите. Мне вот еще не все установились. Так, сколько у нас эффективность здания? 119%. Так, сейчас мы еще одну дверку замутим.
Так, это что у нас? Ага, все, давайте еще одну вылазку. Вылазки нон-стоп надо делать вообще тут, в этой компании. Потому что иначе просто не получается играть. Не получается как-то выживать. Так. Сюда мне надо идти, но... Тут гребаная энта, уже два энта тут стоит. Был один. Откуда два... второй-то взялся, блин? Как с энтами вообще бороться? Дополнительная бригада строителей прибыла в нетронутый лагерь. Там не было ни поврежденных строений для ремонта, ни красоток, которым можно присвистнуть вслед. И после короткого отдыха они все направились в подземелье прокаженного зла. Да, в подземелье прокаженного зла. Блин, комментаторы уже начинают на самом деле подбешивать немного. Так. С антами как бороться, блин? Пробую убить хотя бы одного. Блин, тут уже 4 энта. Откуда 4 энта, блин? Это вообще капец. Ну что, их строят там, что ли, я не знаю. Так, давайте-ка. Воинты вроде убили, говорим пополам. Так, еще одного убили. Тут уже подкрепление идет. Давай, время призывать мертвых. Блин, у них АОЕ удар. Тут использовать магию почему-то, хотя вот эту можно. Так, давай последний вентом добиваем быстро. Так, Бартос, слушай, чувак, тебе надо чисто, тебе надо убираться отсюда. Может, этого вента вообще можно катить как бы лучниками, нормально было бы. Особо надо восстановиться. ХП очень медленно восстанавливает. Не может просто в драку не лезть. Так, вовремя гниль накидываем. Воины уже начинают погибать. Бартоса все-таки убили, черт. Ну давайте Барда убейте. Так, надо в подземелье немного вернуться и одну банши улучшить. Пора платить зарплату. Так, назад. Сколько у нас войск? Не очень много, но в принципе можно. Нет, тут все точно нельзя. Вот надо сюда идти пока что. Так, давайте попробуем. Блин, давайте убивайте быстрее. Осталось не так много. Все, отлично. Добиваем домик и идем назад. Восстанавливаться. С ледяной беспощадностью войска все, обмороженного зла разгромили еще один пост братства. Так, возвращаем войска на базу. То, что у нас там внутри там.
Так, под землей все нормально. Так, вот дверки построили. Тут, кстати говоря, можно сокровищницу построить. Так, сокровищница. Сколько у меня? 1000 денег. Так, и можно еще, наверное, улучшить население. Вот. Тогда мне будет вообще все отлично. Так, вот этот вампирчик, он что, мертвый? Наверное, мертвый. Так, тут у нас горшки. Так, еще надо кого-то улучшить. Прокаженное зло. Чё? За окном уже сугробы, снеговик нас ждет давно. Ну ладно. Так, 40 у меня. 40 максимум населения. Так, и тут надо дверку построить тогда. Раз. Все уже скопали. Так, все. Недостаточно маны. Ну вот уже достаточно мана. А можно вообще очень сильно увеличить количество населения, и тогда у меня, в принципе, все будет хорошо. Так, еще немного может расчистить тут для одного преобразователя, не стоит. Так, сколько у меня вообще воинов-то преобразования? В принципе, не так много. Вот у меня уже одна банша есть. Так, давайте еще одну тогда баншу закажем. Так, 45. Так, и может быть еще одного вампира. Гули у меня вроде бы хватает. Вампиров можно еще побольше. Так, и еще надо исследование заказать. Так, уже кого-то можно улучшать. Вампира возьмем. Исследование вампира тут у нас. О, вот это вот очарование, круто. Обворожение. Можно обращать врагов на свою сторону. По-моему, это будет вообще очень круто. Еще одна группа рабочих выдвинулась на строительство сторожевого поста. Все это начинало походить на настоящее рабочее движение. Тоже забавная штука. Так, очарование изучается. Так, еще что-то можно, да? Так, где они там вышли там? Блин, дофига их тут вообще. Еще что ли срочно вылазку собирать? Так, скелет, еще одного скелета тогда возьмем. Рабочих вроде бы хватает. Можно еще одного вампира нанять. Так. От врага-то. Отлично, еще один вампир преобразовался. Еще одну баншу сделаем. Так, и, наверное, вылазку, я думаю, пора сделать. Срочная вылазка. Рабочие опять смогли построить сторожевой пост. Похоже, прокаженное зло замерзло и обратилось в ледяную статую. Да блин. Не успеваю я все делать. Где они там, кстати, построили-то, не видно. На карте. Тут что-то уже было построено. А, вот здесь вот они построились, да? Начинаю сюда идти. Ну, блин, у меня некоторые полуживые вообще. Так, а Бартлс-то где? Вот он. Сейчас отобьемся тогда и... самой кратчайшей дорогой. Так, а внутри у нас тут можно построить еще одного зомбака, пора может быть. Платить зарплату.
Так, ладно, пока не буду никого строить, там надо будет на улучшение накопить. Такие вот разогнались. А, можно не справиться, в принципе. Четвером. Да, в принципе, справиться. Так, и домик. Орды нежити прокаженного зла уничтожили еще один сторожевой пост братства. Это произошло так быстро, что я даже не успел придумать какую-нибудь игру слов. Угу. Так, ну что там? Тут, может, как-то обойти можно, катапульт сначала уничтожить. Да, я думаю, можно вот сюда зайти сначала. Может быть, тут проход? Нет, тут нет прохода, блин. Как мне до катапульт добраться? Они больно уж сильно шмаляют. Так, пока я тут рассуждаю, у меня тут уже нападение. Так, ладно, сейчас попробую. Насколько взять? Так, башню уничтожил. Это хорошо. Блин, так сильно шмаляют вообще капец. Подземелье вошли враги. Валим, валим, валим. Кто остался? Черт. Короче, я не знаю, может быть, тут как-то надо по-другому действовать. Но, блин. К этим катапультам больше никак не подобраться. Больше никакого выхода из подземелья тут нету. Только если в лоб атаковать. Надеюсь, они восстанавливать не будут. Все это дело. Так, ну тут, конечно, я забыл про этого барда гребного. Так, давайте попробуем его уничтожить. Блин, мана кончилась, как не кстати. Сокровищницу расширить. Так, нормально. Так, ну и раз уж мы вернулись назад вниз, продолжаем улучшать воинов. Так, максимум населения можно еще улучшать дальше. Да, похоже, что можно. А, подождите, на данный момент дальнейшее улучшение невозможно. То есть 45 пока что мой максимум. Будем от этого плясать. Так, здесь уже кровососов вроде все изучил. Давайте быстрее работайте. Мне надо срочно вот это очарование изучить, обворожение. И будет, в принципе, все неплохо. Так. Здесь вот надо еще одну морозилку построить. Здесь будут ловушки. Здесь вот будет ловушка. И здесь будет ловушка. Так, эффективность какая у нас? 119%. Они там еще подкачиваются. Так. Почти изучил. Быстрее. Работаем быстрее. Так. Вампирчиков еще можно улучшать. 43 уже максимум населения. Еще можно 2 юнита улучшить. И все. Так, и, наверное, снайпера надо сделать. Парочку снайперов. Будет хорошо. О, улучшили, отлично.
Наверняка есть деньги, надо все изучать. Так вот, кусать, изучить. Оглушить можно. Оглушение гулей. Так, и еще третье можно что-то изучить. Очки здоровья. Вот. Три улучшения. В вашем подземелье враги. Ладно. И снова несколько рабочих идут строить сторожевой пост. Вы не думаете, что эти повторяющиеся нападения в итоге будут скукой смертны? Я имею в виду, вы уверены, что люди захотят в это играть? Угу. Одно и то же. Что? Нет, я в курсе, что меня не нанимали участвовать в разработке игры. Я просто буду читать свой текст. Блин, полечились. Надеюсь, хоть кто-то отвечает за разработку игры. Так, сейчас надо отобьем тогда это. Отобьем нападение и пойду опять вылазку делать. Так, еще одно можно улучшить одного. Воина. Так, подожди, стоп. Надо улучшать тех, кто крут. Вот ты крут. 6 атаки, 6 производительности. Блин, они уже там дофига всего настроили. Сумела возвести сторожевой пост. Проигрывающему злу немного стыдно. По крайней мере, должно быть. Сейчас пойдем. У меня уже у вампиров очарование работает. Так что я думаю, что должно быть все хорошо. Так, все, идем. Так, уже новая война. Новые войска подходят. Так, и идем. И тут они успели отстроиться, это вот здесь вот. Еще где-то, да? Так, где-то тут еще, наверное, успели. Что-то я не вижу. Вроде бы нигде больше нету. Войска зла беззастенчиво разгромили очередной пост братства. Порвали, как тузик, грелку. Так, время вот сюда идти, значит. Опять нападем в лоб, отхватим и назад лечиться. Так. Что там еще что-нибудь все? Так. Все, идем нападать. Идем нападать. Здесь они отстраиваться не умеют. Нет, башня разрушена по-прежнему. Так, быстрее давайте, быстрее. Того я дамаг. Все, давайте быстрее сюда. Блин, барбаса опять убили. Ну вот. Короче говоря, не знаю, как тут. Не знаю, как тут воевать, блин, с такими. У них АОЕ дамаг просто все разносит. Ну, вроде как не нашел я способа подобраться. А может быть здесь, кстати, можно? Так, автосохранение, то работает. С тыла можно как-то, нет?
Тут, в принципе, вот есть подъем, но это, наверное, вражеское. А, слушайте, можно, наверное, прокопаться вот сюда вниз, и тут еще один будет проход. Наверное, можно так. Надо попробовать. Прокопаем вниз. Найдем еще один проход, и думаю, там будет как-то попроще. Потому что сейчас просто всех уничтожают моих воинов. Главное, чтобы все успели восстановиться. Сколько тут у нас? 118% эффективности. Тут у нас 5 лодки пускают очень далеко. Да блин, отпусти ты это золото, гребаная рука. Так, сокровищницу расширим. А там-то что, золото добыли уже? А, тут уже золото добыли. Так, еще можно кого-то улучшить. Вампира, снайпера надо сделать. А, тут пока все мертвы у нас. Пока скелеты... Леголаст. Так, скелеты пока все мертвы. Сейчас они восстановятся. Так, тут уже опять вышли нападать. У меня уже 2 ловушки. 2 кулака. Так, сколько у нас горшков? Горшков 29. Штук, поэтому можно, блин, морозилку построить. Так, давайте копайте, копайте. День зарплаты. Там должно что-то быть внизу. Чтобы вот где-то вот отсюда можно было нападать, может быть, с тылу. Так, а сколько у нас рабочие? 2 минуты у нас есть, да? Так, Бартоса поднялся, нет? Еще дрыхнет. Собака. Так, еще можно одного улучшить, последнего. Давайте еще все-таки снайпера сделаем. У которого 7 атаки. Из него получится хороший снайпер. Так, ну и еще параллельно продолжаем улучшать воинов. Так, лаборатория, что? А, подожди, нет. Выстрел в голову. Снайпером изучим. Подземелье вошли враги. Нормально. Так, на мана 230. Барда надо как-то попробовать. Убили. Ну вот уже ловушки получше работают. Сколько их больше. Так, тут-то что? Дальше надо копать. Пока ничего не нашел. Что весьма странно. Тут можно все это раскопать, тут золото. Много золота. И снова рабочие направились строить сторожевой пост. Прокаженное зло на... Хилые рабочие прокаженного зла докопались до сектора Нижнего мира, находящегося под контролем Орды. Оу. Что здесь делали эти зеленокожие? Чем они были заняты? Куда они направлялись? И почему продюсеры Майклс Fairy Tail Fiesta мне не перезвонили и не взяли диктором в свой проект? Одни вопросы и никаких ответов. Правильным ответом было бы взять и стереть с лица земли подземелье Орды. Навсегда. Так, значит, Орда тут у нас все-таки объявилась, да? Надо их уничтожить. И тут вот у нас проход на поверхность. Там, наверное, вся какая-то... Не знаю, что там. Короче говоря, наверное, это заход с тыла. Так, и сейчас у меня еще, видимо, Орда будет нападать. То есть надо отбиваться... Ну, в принципе, я сделал так, чтобы у них путь-то один был. Да, то есть люди и Орда будут идти через одни и те же ловушки. Так что мне еще одну линию обороны выстраивать не придется. Это хорошо.
Так, посмотрим сейчас, что эта орда у нас сейчас замутит. И снова группа рабочих построила сторожевой пост. И снова планы прокаженного зла откладываются на неопределенный срок. Да. Блин, они толстые, эти ртынцы. Нормально отбиваемся. Так, сейчас вот этих уничтожу и пойду. Это напоминает мне о временах, когда я дружил со снеговиком по имени Олаф. Пока моя собака не съела его нос морковку, я чуть не растаял в горе. Но некоторые вещи стоят того, чтобы растаять. И святые дамские угодники, кто пишет эту чушь? Лишь бы пихнуть лишнюю цитату из мультика. Отвратительно. Так что не следуется-то? Не хватает рабочих. Ладно, срочно готовим вылазку. Так, Бартос, Гибартос в этой мешанине. Так, давай. Так, одного гуля оставить, что ли? Пусть работает. Блин, они тут сейчас построят опять. Так, ладно. Попробуем сейчас сюда вот пойти. Или на орду сначала идти. Сейчас уже непонятно, куда идти. Либо орду бить, либо людей. Людей, орду. Орду, людей. Так, где у нас тут этот Бартос-то? Ёбаный. Зарплату. Войска прокаженного зла, подобно могучей лавине, обрушились на линии обороны братства. Разве что еще быстрее. Так, идем сюда. Посмотрим, что они тут построили. Наверное, просто палатку поставили. Так, а что тут у нас? Вот сюда как попасть, интересно. Тут, кстати, книга надо будет взять. О, черт. Это культы начинают шмалять. Так, назад, назад, назад. Назад. Блин. Ну-ка, давай сюда идите. Тут можно. Тут больше нигде нельзя пройти, похоже, что. А, тут, кстати, какой-то. База орды. Почему-то на поверхности. Так, у нас Бартос-то чё, кстати говоря? Просто Бартос снова. Когда войска прокаженного зла добрались до холма посреди полей Эльзы, они были ошеломлены, увидев у подножья лагерь орды. Что они здесь делали? Было не похоже, что они собирались здесь остаться надолго. Скорее, они просто остановились здесь на привал. Куда они направлялись? Это не имело значения. Братоубийственное зло просто положило конец их походу. Они на пути к ритуальной горе. Тебе нужно направиться туда. Ритуал. Я сказал, не имело значения. Мы уберемся тут попозже, после всего этого хаоса и бойни.
бойня, мой конек! Вот это по-нашему! Толку от тебя немного. Так, ничего делать там. Что за ритуальная гора? Что это за намеки тут? Так, ладно, тогда, поскольку мне больше нечего делать на поверхности, кроме того, что надо рабочих постоянно останавливать. Так, кстати говоря. Ладно, давайте вот сюда. А половину армии возьмем, чтобы рабочих перехватывать. Пусть половина армии тусуется постоянно наверху. Тут у нас ловушки справляются неплохо. Так, где же их поставить-то? Наверное, около выхода. Около выхода. Или здесь, или там. Так. Пока вот здесь пока их поставим. Пусть стоят. Так. Тут надо как-то справляться с ордой. Ну-ка, давайте-ка попробуем с ордой немного повоевать. Так, куда пошли-то? Так, у нас не так уж много воинов. Но я могу перемещать их в определенную точку. Так. И снова несколько рабочих направились на строительство сторожевого поста. Тут вы вообще не туда пошли. Так, ну вот неплохо. Сейчас вот с этой тройкой армии надо будет как-то разобраться. Блин, что не получается? А, там... КД или что? Не получается выбрать заклинание? Вот, получилось. А, хотя уже все побили. Так, ну что, так просто орду уничтожить, да, оказалось? Тут еще есть вот. Так, ребятки, вы зря пошли туда вверх-то. Вам еще рано. Вы мне еще пригодитесь. Так, тебя берем. Что-то мало у меня воинов-то, да? Так, вот тебе надо взять. Вампирчика возьмем. Тут пока отдыхают. Блин, там уже пост построили. Черт возьми! Серьезно? Вы позволили еще одному отряду рабочих построить пост. Хорошо. Больше никаких отговорок. Уничтожьте сторожевые посты и больше не позволяйте рабочим пройти. Так, давайте сюда тогда едем. Раз там все-таки построились. Так, Гуль зря ты здесь пошел. Ну-ка вот за ними следуй. Так, готово. Подземелье Орды лежало в руинах, и у прокаженного зла был новый выход на поверхность, из которого оно могло выйти и мучить добрых людей. Давай разведай, где там выход-то? Что там в этом выходе вообще есть? Отлично. Так, куда идти-то? Сюда надо, да? Так, вот у нас энт. Два энта. И... С ледяной беспощадностью войска обмороженного зла разгромили еще один пост братства. В вашем подземелье враги. Блин, Дадгуль, давай назад беги, что ты там воюешь? С тремянтами, да еще медведь тут. Так, ну сейчас относительно все понятно, что делать. Надо только... по-прежнему нельзя улучшить, да? Ну ладно, тогда ждем, пока все восстановятся. И пойдем еще раз с большой армией.
Так, тут тоже добыли все, нифига себе, они быстро золото добывают. Придется тут тогда... Так, новую сокровищницу здесь. Тут нормально в этих залах покоя, вечных покоя. В зависимости от потребностей формируются нужные ванночки. Или маленькие, или большие. Так, перехватить надо этих ребят. Нет, не успею, да? Ну ладно, не успеешь, не успеешь. Стой, жди, пока новые рабочие появятся. Не войдут, отобьюсь и пойду тогда на нижний выход. В подземелье вошли враги. Маны уходит на то, чтобы убить одного барда. Много, это очень много. Так, 2 минуты до новых рабочих, и я собираю вылазку. Так, где еще там кто сражается? Где вы сражаетесь-то? А, вы наверху сражаетесь. Все понятно. Отлично. Идем вниз. Армия небольшая, но... Ну, я надеюсь, как-нибудь... Блин, тут они тоже не все, короче, здоровы. Не все здоровы, но попробуем. А, хоть чуть-чуть продвинуться. Так, назад, назад, назад. Призываем... Идем эндов мочить. Тут что-то очень много прошло героев. Так, отлично, один энд убит. Еще один убит. В подземелье вошли враги. Отлично. Так, подземелье враги, сейчас посмотрим. Зоркое зло заметило в лесу лагерь Орды. Оно пришло в восторг от мысли послать туда войска и перебить зеленокожку. Так, как бы они меня тут не перебили. Так, что там у нас в подземелье-то? А, в подземелье все нормально. Ловушки справляются. Ой, что-то я не туда пошел. Так, у меня осталось очень мало воинов, да? Последний из воинов Орды упал лицом в грязь. Жалкое зрелище. Вдруг перед довольным злом открылись совершенно новые перспективы. Можно сказать, лед наконец-то тронулся. И еще одна бригада рабочих идет строить сторожевой пост. Стоп.
Там у прокаженного зла есть хоть кто-то, кто не спит и может их остановить. Да, есть сейчас, подождите. День зарплаты. Так, куда идем? Куда идем? Сюда, наверное. Блин, тут через катапульты придется пройти. Нет, давайте в обход, ребята, в обход. Вот сюда. Так, что там убили? Нет. Так, сюда имеет смысл идти вообще? Это просто лагерь. Ничего тут нет хорошего, да? Тогда вот сюда. Следующий пункт здесь. Так, здесь у нас... Слишком много воинов, надо поменьше, наверное, оставить на стрёме. Братство сумело возвести сторожевой пост. Проигрывающему злу немного стыдно. По крайней мере, должно быть. Так, отлично. Уничтожим палатку. Так, тут у нас Бахас. Оба, оба! А тут... Чёрт. Войска зла уничтожили сторожевой пост братства. Напоролся на энтер, блин. Еще какой айс. Так, давай-ка вот это вот объем и пойдем тогда. Отлично. Все, давайте назад, ребята. Сейчас у нас будет уже скоро последняя вылазка, я думаю. Так, вот тут надо... Часть воинов, наверное, отправлю вниз. Так, два, три. Нет, сейчас уже надо отбиваться. Трех воинов отправлю вниз. Останутся, я думаю, 5. Так, сколько у вас тут? 6 штук. 6 воинов, я думаю, справится с тем, чтобы выстрел в голову. Интересно, он автоматически применяется или нет. Так, посмотрим, что еще осталось улучшить. Что еще осталось улучшить? Вампиры вроде все улучшенные. Банши тоже, гули. 500 золота надо. И тут надо 500 золота, да? Так, ладно, золото осталось чуть-чуть подобывать. Вот это сколько много. Так, сокровищницу надо сделать побольше. Так, окончились деньги, да? Так, 4 минуты. 4 минуты. Все идет неплохо. Так, как у меня состояние армии? Удовлетворительное, я бы сказал. Даже можно прямо сейчас брать их и идти, только чуть-чуть. Подлечиться некоторым надо. Тут устал. Так, ну в чем? Ну в чем? Берем в охапку воинов и вперед. Так, Бартоса это я взял. Бартоса не забудь. Надо доуничтожать орду, доубивать орду и пойти уже на альянс. Так что, все вышли? Давайте вперед. Вот сюда.
Так, где Энта? Заделись, а вот Энта. Тут уже новые идут ребята. Прокаженного зла с боем прошли сквозь ледяной лес. Кажется, они медленно приближались к, ну, такой надежной крепости братства. Скоро их братской любви придет конец. Угу. Братская любовь. Безмозглая армия коварного зла разорила еще один изрядный кусок земли. И вдруг лес расступился, открыв тропу, ведущую к выходу. Крепость братства определенно находилась в том направлении. Да. Так вот мы зашли с тыла. Конечно, нафига войск. Но я попробую справиться. Нет в кого-нибудь. Интересно, сколько он дамага дает. Так. Палатка. Кто тут еще остался? Так, уже непонятно сейчас, кто кого, чего убить-то надо. Катапульты? Так, уничтожим еще катапульт. Еще одна группа рабочих выдвинулась на строительство сторожевого поста. Все это начинало походить на настоящее рабочее движение. Так, 4 6 катапульты уничтожены. Отлично. Этих ребят надо убить. Скучающее по лету зло заставило застыть еще одну группу рабочих. Нормально. Так, 2 катапульты осталось. 2 катапульты. Так, вот эту я этих могу подвести наконец-то поближе. Так, и что мне осталось там? Уничтожить штаб братства надо, да? Что ж, идем к штабу братства. Точка сбора здесь. Точка сбора здесь. Сейчас мы пойдем крушить последнее здание большой армии. Так, подожди, я что-то потерял Бартоса. Где он? Ну, нормально. Все-таки протащил я эту, блин, гребаную миссию. На самом деле она была очень жесткой. Ледяной замок, то есть крепость братства, пала. Снегом замело последние из видневшихся руин. Прокаженное зло торжествовало, взяв контроль над холодными полями Эльзы. Теперь путь был свободен. Ну и? Что? Что дальше-то? Что происходит?
Путь свободен. Что-то это ненормально, мне кажется. А вот она. Победа. Ну что ж, четвертая миссия пройдена наконец-то за прокаженное зло. Впереди еще много интересного, я не сомневаюсь. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что посмотрели. Ставьте обязательно лайки, если вы хотите видеть продолжение особенно. Ну что ж, встретимся в следующий раз. Всем удачи, успехов и пока.